22-я налоговая инспекция по Московской области работает в принципиально новом ключе. В основе подхода – оценка конечных бенефициаров и привлечение к уголовной ответственности за неисполнение налоговых обязательств. Такая концепция в последние годы приносит ощутимые результаты. По итогам 9 месяцев 2019 года нашей межрайонной инспекции номер 22 по Московской области в ходе контрольно-аналитической работы дополнительно начислено налогов, сборов, пеней и предъявлено налоговых санкций, а также обеспечено представление уточненных налоговых деклараций к доплате на общую сумму 1 499 миллионов рублей, что соответствует уровню прошлого года. По сравнению с прошлым периодом сумма налоговых поступлений увеличилась в 1,5 раза, а вот количество выездных проверок уменьшилось. Основной акцент сейчас стоит на предупреждении и профилактике налоговых нарушений. Выездная проверка теперь крайняя мера. Заместитель начальника инспекции особо отметила необходимость своевременной и быстрой оценки рисков деятельности бизнеса, в их числе построение финансово-хозяйственной деятельности с контрагентами, перекупщиками или посредниками без наличия разумных причин, неоднократная миграция налогоплательщика между налоговыми органами, значительное отклонение уровня рентабельности от среднего показателя по отрасли и ведение финансово-хозяйственной деятельности с высоким налоговым риском. Этот анализ позволяет выявить не только недобросовестных налогоплательщиков, но и высокорисковые сегменты рынка. Такова концепция контроля за деятельностью налогоплательщика. В нее также входит работа с бизнесом в режиме диалога и реального времени. Результат – рост налоговых поступлений и установление добросовестной конкуренции. Галина Кармалина также напомнила о приближении срока уплаты имущественных налогов за 2018 год. Влада Шишова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».